Второй матч 1/8 финала сегодня. Буквально пару минут и игра начнется. В первом матче Динамо Якутска по пенальти 4-2 вырвали победу. Сегодня второй матч. Динамо сегодня хозяева поля. Соперники уже друг друга прекрасно знают. Поэтому, как я считаю, Фортуна с самого начала пойдет вперед. Ну, посмотрим. У Фортуны в сегодняшнем матче уже другой голкипер. Ну, а динамовцы, ввиду того, что оба голкипера травмированы, полевой игрок Михаил Кольцов занял место вратаря. Главный судья матча Денис Залуцкий подзывает, торопит уже начинать матч. Все, игра началась. Мяч покинул пределы поля. Динамовцы будут уводить мяч с аута. Пока Динамо контролирует мяч. Хороший пас, но Капралов принял не очень хорошо. Теперь Фортуна в атаке. Ух, опять не точно. Угловой. Первый в этом матче. Фортуна подает. Еще раз будет угловой. Внимательно, ребят,
нету у нас здесь болбоев, которые могут подать им мячи. Поэтому приходится бегать самим. Оп! Еще раз мяч покинул пределы поля. Опять пауза. Седьмой номер, Жирков, расстрел, аут. Сразу лево ушел один. Аккуратненько, аккуратненько. Не точно, не точно. Восьмая минута встречи идет. Седьмая. Перехват. Жирков. Первый удар по воротам наносил Жирков. Эта встреча. Это не напрасно. Да. Опять угловой. Динамовские ворота. Еще один угловой будет. Пойдет. Хороший удар наносил игрок Фортуны. Опасно было, но не точно. Yeah.
Жирков. Угловой. Как от ворот-то? Как от ворот? Ну а что там отдает под угловой? Ну, блядь, товарищ судья, может быть повнимательнее как? Я как внимательный. Не было. Сам сыграл. Судья говорит, что от ворот. Долго. Да, чисто. Пошли, пошли, пошли. А, ёб твою мать, блин. Долго, Алиша. Думать будет, ошибётся. Хорош! А если сегодня же играем, завтра третья игра сразу. Ай, зацепись. Хорошо, хорошо, зацепили. Хорош. Хорош. Ох, какой удар наносил сейчас. Кто это был? Голкипер прекрасно сработал. Петров, это был опаснейший момент. Ух, как он сделал. Отдай, отдай. Чуть-чуть. Где-то, наверное, раз-два передерживает. Левая нога может. Метра два от вратаря, Лёнь. Кире шире. Жив, заходи туда немножко на подбок. Алишер, расшибся. Ох, выше ворот. Ну, сам наваливался, конечно, четвертый номер Фортуны игрок. Давайте там задницу напишем.
Вот, вот, вот одно! Но! А, как так? Второй опаснейший момент был. Да. Как хорошо кинул Копылов. Защитник. Эх, очень грамотно сыграл. 14 номер Фортуны. Ну, судья сказал, что угловой. Понятно. Мы не против. Иди туда, Лука. Жир останется. Жир ниже немножко. Контру смотри. Могу пару метров заслать. Два, три. О, руки! Руки, руки! Иди! Иди! Ох, как Нюргон украл мяч. Чуть раньше там предложение было. Назад! Назад! Играем! Играем! Капралов. Так, Жирков. С Петровым должны что-то придумать. Но там никого нету. Ребята, разберите позиции. Здесь надо. Кто у нас слева? Вместо меня. Саня будет, Саня. Сань! Саня, ты слева! Сыграй! Ох! Такие ошибки. Ох, мяч задел почти крестовину. Хорош, Саня. Почему угловой? А угловой, да? Угловой. Опасный момент был. Молодец, Петров. А да, не то! Вот же! Там небольшой стык был, конечно. А потом прячешься. Он тебе правильно отдавал. Правильно, правильно сделал тут. Как тут
Ой, третьего не смог пройти. А что справа не пробил, Сань? Молодцы, ребята. Нет, не пошел удар. Счет 0-0 пока. 20-я минута. Кольцов отправляет мяч на угловой. Подайте кто-нибудь, Слава, в это, Слава, ворота. Витька, подай. Как так? Автогол. Автогол, да? Жамбалов выгоняет. По позиции, пацаны, по позиции. Мяч. Все по позиции. Свои играют. Ворота собственные. Сходился океан на шот. Автогол 18. Автогол 18. Сейчас. Опять неудачно сыграл. Досадная ошибка. Пойдет! Хорош! Там есть! Славян, ты, ты! Отбегай! Старый судья, желтый! Ох, какая ошибка! Вторая ошибка. 0-2. Сами себе забиваете, пацаны. Начинаем только играть, пацаны, Ну, мы же проговаривали моменты. Это кто? Ой, Валера лучше!
Чуть-чуть спустимся! Чуть-чуть спустимся! Поплотнее, поплотнее! Плечом встретил игрок Фортуны Динамоса Капралова. И вперед убивайте! Вперед! Вперед, центр! Хорошо! Сань, побори! Сели, откройся кто-нибудь! Вот он есть, ага! О, догоняй, догоняй, брат! Горапов! Иди, иди, иди! От него кто? Пойдет. Первый тайм подошел к концу, счет 0-2, Динамо проигрывает. Второй тайм начался. Узун, Петров выбили игроки Фортуны. Мяч за пределы поля. Бля, да до этого играет Джека, бля! Петя, ты чё с нас пацаном-то, блядь, разговариваешь? Играешь его в корпус, блядь, разговариваешь что-то? Пас на 5. Узун поборолся. Ошибка. Какой хороший пас. Ох, удар на силу Жирков, угловой. Оп! Оп! Оп!
Дальше, ага. Какой опасный удар нанес игрок Фортуны мимо ворот. Эх, не получился у него удар Петров. Опять ошибается Динамо в своей защите. Вот и третий мяч в ворота Динамо. 0-3. Сань, цепляешься? Ох, не точно. Сразу,
ошибется, ошибется! Хорошо, работай, Бен, работай! Саня есть! Останавливаемся! 50 не убегает! Ох, какой удар наносил Узон. Угловой. Ох. В хорошем настроении игроки Фортуны ведут в счете 3-0. Небольшой кипиш тут был, конечно, после углового. Еще одна подача. Ах! Только правого не получился. Да. Долго-долго разворачивается Леня. Кольцо выручил. Ошибка игрока Динамовца. Динамовцев и потери мяча. Фортуна атакует. Хорош, мяч прошел. Удар. Еще. О, гол! Гол, гол! 3-1. Капралов вел интригу небольшую. В прошлый раз их Фортуна при счете 2-0 ничью основное время свела. Удастся ли в этот раз динамовцам при счете 3-0 сделать невозможное?
и перевести матч на послематчевые пенальти. Атаку начал Мандаров. Голевую. Фортуна, Фортуна. Не обязательно. Совсем фол был сейчас. Пенальти будет, побьет. Рыжков вынес мяч. Парашютик чуть не залетел, а Кольцов контролировал ситуацию. Отвел угрозу. Ох, опасный удар носил пятый номер, игрок Фортуны. Никто не мешал ему. Мимо ворот. Оп, 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 оп! Как так? Прекрасный момент. Сейчас Нергон. Как мяч не залетел в ворота. Вся бы картина игры изменилась бы. Но посмотрим, время еще есть. Главное не привести еще один мяч в свои ворота. Аккуратненько. Петров. Жирковым. А в окружении Жирков трех игроков Фортуны. Петров. О, пробежал мимо мяча. Петров. Долго тянет. Петров, Петров, ну придумай что-нибудь. Какой удар, а, выше ворот. Yeah.
Заброс. Блять! Стой. Аккуратно сыграл Нюргун. Не останавливайся, Нюргун, не останавливайся. Отбились. Чок. Жирков повел команду в атаку. Ну, решай, какой пас. Эх, не успел. Перехватил. Догонит, догонит. Угловой. Копылов хорошо подал мяч в штрафную площадку Фортуны. А защитник вынес головой мяч. Еще один угловой. Спешат динамовцы. Петров будет подавать угловой. Вот тут голкипер хорошо сыграл. Недовольны игроки Фортуны решением судьи. Как хорошо тут сыграли, но удар. Эх. Немножко поломали нашего нападающего Жамбалова. Немножко в центре. Не делайте радугу. Немножко в центре. Не улыбнитесь, а вера мысли, блядь.
что, центр где-то мы? Ворота. Песень, хорошо! Лучки! Рукой сыграл! Обоюдные ошибки тут встретили динамовцы 17 номера Фортуны. Угловой. Свой игрок помешал. Мяч летел вроде ворота. Надо счет удержать. На удержание, спокойно играем, свой футбол. Прессинг, прессинг. Ну так, так. Лера, Лера, сюда, прессинг. Хорошо, прессинг. Побежали, побежали. Корпус, корпус поставь, хорошо. Ошиблись, ошиблись динамосы. Но, ох! Не успел Пузун нанести удар, защитник вынес прямо из-под ноги. Последний угловой в этом матче. Ох, это же Амбалов наносил удар. Все, матч закончился со счетом 1-3. Динамовцы уступили сегодня. Два гола, конечно, динамовцы сегодня сами подарили сопернику. А третий гол игроки Фортуны — это рабочий гол. Динамовцы сквитали один мяч, но тем не менее не хватило сегодня. Фортуна сегодня была лучше.